Вечер добрый, в эфире наша программа «Прямой эфир». Сегодня 21 ноября, 19:33 уже на часах, но тем не менее это означает, что сейчас будем говорить на серьезные, интересные темы, которые волнуют, если не всех, то многих. Меня зовут Светлана Тисленко, напротив меня сидит президент негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петр Анатольевич Пьянков. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще одно слово нашим телезрителям. Если у вас есть вопросы по той теме, которую мы сейчас будем обсуждать, обязательно набирайте телефон, звоните. Кто дозвонится, тому дадим слово, обязательно ответим. Ну, а тем, у кого возникнут вопросы, но как-то так не получится прозвониться, вы можете звонить по телефонам единой справочной НПФ «Стратегия» 210-30-30-244-55-45. Так себе на всякий случай черкните. Ну, а мы поехали. Итак, мы очень много говорили в последнее время о тех реформах, которые могут возникнуть в пенсионной системе России, о программе «Тысяча на тысячу», о накопительной части. В общем, все то, что очень волнует людей, которые заботятся о своей будущей пенсии. А сегодня я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на тех, кто уже сегодня является пенсионером, но тем не менее не собирается сидеть сложа руки и собирается подумать либо о своем будущем, либо о том, что достанется детям и внукам. Давайте этой части населения сегодня и уделим внимание. Я знаю, что вы придумали, но это буквально вот что называется с места в карьер, горячий пирожок, программа, которая называется «Золотая десятка». Вам и карты в руки, объясняйте, что это такое и почему это касается именно пенсионеров. Ну да, на самом деле горячий пирожок, эта программа была придумана именно вчера. Более случая могу сказать, что действительно сегодня сейчас прямой эфир. Мы находимся, сидим в этой студии. И вчера, когда мы с нашими специалистами ездили в Чайковский, в наш филиал, для съемок наших передач, 4 часа дороги туда, была сплошная оперативка. Мы обрабатывали нашу обратную связь, что нравится, что не нравится нашим клиентам, жителям Пермского края, как это преподать и что, как, в какую булочку обернуть. И буквально вот за 4 часа такой плодотворной работы родилась новый продукт, родилась вот эта новая программа. Концепция, да? Концепция, да. Угу. Это мы ее назвали так «Золотая десятка». У нас даже еще пока сленга для нее, рисунка нет. Угу. Но я думаю, появится в ближайшие дни. И вы сегодня наши первые телезрители телепрограммы «Рифей». Впервые о ней слышите. Это предложение, которое предназначено для людей предпенсионного возраста, но особенно интересно тем людям, которые уже вышли на пенсию и имеют пенсионное удостоверение по возрасту. В чем суть концепции? Суть концепции в том, что мы постарались не загружать людей слишком серьезными вопросами, там, тысяча на тысячу, что надо, вот все эти, это очень сложно для простого человека. Те, кто уже поняли, те, кто врубились, те, кто начали считать, и они уже вступили, они являются нашими клиентами. И, кстати, могу сказать, что наш Пермский край, вот буквально на днях читал интервью Аврончука, руководителя Пермского пенсионного фонда России, Пермский край занимает второе место в России по реализации программы «Тысяча на тысячу». Это хороший результат. Это вообще, по-моему, неожиданный результат. Угу. И особо приятно, я вот сейчас, не стесняясь прямого эфира, могу сказать, это только благодаря деятельности «Стратегии». Конечно, львиная доля. Сам себя не похвалишь. Не себя, не себя. Это я хвалю, конечно, наших клиентов, наших жителей Пермского края, которые, видимо, и мы доступно объясняли, наши специалисты тоже убеждали, и люди вступали. И сейчас просто уже поняли, разобрались, да, и воспользовались той возможностью, которую им дает государство, а оно не часто дает. Вот и самое удивительное, программа стартовала 3 года назад, даже 3,5. И поначалу было недоверие очень много. Говорили, да мы не добавили 100%, добавляла. Потом говорят, да вы не знаете, как будет получать. Нет, в прошлом году приняли выплатной закон, стало понятно, что 10 лет, там наследование, все прописано. Потом говорят, да давайте дождемся, когда начнутся выплаты. И вот в сентябре наш пенсионный фонд «Стратегия» начал выплаты по программе «Тысяча на тысячу». И вы знаете, что поразительно? 35 тысяч человек вступило в эту программу только через наш пенсионный фонд. Много денег накоплено. Те, кто поверили в первый год и вступили в нее, у них накопилось на счете без малого 75 тысяч рублей. Угу. Причем половину денег добавило государство из этих, понимаете, 75. Мы изначально набирали людей под программу «Наследство». То есть вот, потому что когда непонятные были правила выплат, мы говорим, хотите оставить себе наследство для своих родственников, близких, там, родных? Да. Вот и удвоить его с помощью государства. Давайте, все.
Сейчас, когда люди стали... Как-то... То есть человек должен был понимать, что откладывая 12 тысяч, он получает 100%. Да. А это именно ежегодно, 100%. Да. 100% от государства, ежегодно на его взносы. А потом эти деньги наследуются, и он может прямо у нас в пенсионном фонде Среген, значит, того человека, кому он не достанутся. Любимая внучка, там сын, дочь, там соседка, ради бога, который... И многие пошли изначально именно вот на эти ритуальный капитал сформировать свой. А сейчас приходит и говорит, 75 тысяч. Сумма-то не маленькая, а с учетом этого года уже цифра к 100 тысячам приближается. Что-то как-то многовато. И начинает в нашем русском народе бороться два таких вот направления. Первое, с одной стороны, многовато оставляю, можно самим откусывать? Можно. Посчитали, там получается в месяц это 620 рублей регулярной пенсии. А все, что останется, если я не успею получить за 10 лет, достанется наследникам? Достанется. А можно я буду вносить, продолжать дальше? По 12 тысяч, получается, по 100%. Можно. Так получается, вообще золотые условия, никакие банковские депозиты, никакие там игра на фондовом рынке с недвижимостью не дает таких условий. То есть вместо какой-то очень далекой перспективы, вносите сейчас по 12 тысяч, вы будете получать эти 100%, но можете воспользоваться, может быть, когда-то, где-нибудь, если доживете вы, либо государство останется, либо сохранит условия. У нас на сегодняшний день оказалось наиболее, как бы, выигрышном положении та категория пенсионеров, которые сейчас приходят и назначают себе пенсии. Только в пенсионном фонде «Стратегия», сейчас скажу вам крамольную цифру, но это правда, свыше 600 человек уже получает по программе вот 1000 на 1000, сейчас уже регулярную пенсию каждый месяц. Это по 620 рублей в среднем, это вот те, кто под самым началом. Они продолжают носить, на следующий год это будет уже по 900 рублей, через год это будет по 1500, потому что цифру... И к концу участия в этой программе она рассчитана на 10 лет. Получается цифра свыше 6500. Представляете, в месяц носишь, в месяц. То есть ты вносишь в месяц как тысячу? Как ты тысячу вносил, так и вносишь. Да. А получаешь 6,5. И вот мы это как бы уже... Это будет к концу вот этого да, срока. Да, десятилетиям. Сейчас 620, 900, 1500, и вот так каждый год... То есть, будет. Грубо говоря, на третий год то, что ты получаешь, перекрывает то, что ты это вносишь. То, что на сегодняшний день уже, да, так получается. Те, кто только сейчас еще будут вступать, у них немножко подольше, потому что у них не накоплено 75 тысяч. Они не верили. И теперь будут расплачивать за то, что они не поверили 3 года назад мне, там, государству, программе 1000 на 1000. И вот мы это все облекли в очень такую понятную, стараясь, форму. Сейчас готовим рекламные ролики, сейчас готовим вот понятные буклеты. Сейчас вот следующий номер газеты «Наши дела пенсионные», которая сейчас выходит, она уже, вот понимаете, сейчас разносится газета «Дела пенсионные», держим 250 тысяч экземпляров, она уже устарела. И вот буквально сегодня утром, после вчерашней поездки в Чайковский, я 2 часа краптел, ко мне никого не пускали в кабинет, я писал статью уже для следующего номера нашей, декабрьского номера газеты «Дела пенсионные», которая полностью посвящена, по сути, мы описываем все преимущества, все условия участия в программе «Золотая десятка». Ну вот там в саму эту программу зашито вот это 1000 на 1000. Да. Но там ведь есть обязательные условия. То есть сама вот эта программа 1000 на 1000, которая зашита, опять же говорю, в этом программном продукте, она рассчитана всего на 10 лет. Вступить в нее можно тоже ограниченное количество времени. Да. И насколько я знаю, что вот если, например, год промохал, ты то уже ты его потерял. Да, да. То да. есть эти 10 переносятся. Вот если на сегодняшний день вот человек решает, а почему бы не воспользоваться? Вот есть уже у соседки есть уже пенсия, мне тоже хочется получать. А что нужно сделать, чтобы этот год не потерялся? Ну, вот, 2012 я имею в виду. Потому вот мы сейчас педалируем, действительно, на дворе уже конец ноября. Кстати, у меня через 5 дней день рождения. К заказуистику такой. Я стрелец. И поэтому для меня это такой вот в последние годы совсем неудачный, считаю, дата, потому что у меня самая работа в эти в ноябрьские в конце. Да наоборот, если у мужика есть работа, это самое удачное. Но, тем не менее, Пашами работаем. И я говорю, что вот сейчас наступил самый выгодный момент, когда надо вступать в программу «Золотая десятка» и в программу «Пенсия плюс» делать взносы. Потому что у нас законодательно так деятельность фондов сделана, что сейчас в ноябре, в декабре наиболее выгодно делать взносы и вступать в эти программы. Но нельзя откладывать. Вот мы в этом году, наш пенсионный фонд «Стратегия» прекращает принимать клиентов в программу «Золотая десятка» 26 декабря.
26 декабря, я знаю, уже сейчас очереди. Вот сколько вот мы встречались с вами, и весной встречались, и вот недавно. Я говорю, приходите сейчас, пока нет очередей. У нас ментальность людей все равно все оставляет до последнего. И каждый год у нас все равно в декабре бывают очереди. Нынче просто очереди будут еще больше. По одной простой причине. Заканчивается не просто год, заканчивается вступление в программу тысячи на тысячу. И вот уже совсем очень скоро... Но можно будет... людей-то не пугайте, в этом-то году не заканчивается. Но еще останется 9 месяцев следующего года. Давайте посмотрим. Но тогда здесь тоже срабатывает простая экономика. Если вы успеете до 26 декабря текущего года вступить в программу «Золотая десятка», то вы сможете уже назначить... Но этот год как бы считается. Да, и вы получите 100% добавку государства уже в мае следующего года, уже с августа начнете получать первую пенсию дополнительную. А если вы вступите там 10 января следующего года, то, соответственно, все это переносится на год дальше. Через год. 2014.